Традиционный завтрак в платьях, организованный Эльвирой Гавриловой, уже проводится в 9-й раз в ресторане «Риф». Стиль этой встречи приурочен к великому для Украины празднику – Дню независимости – завтрак в платьях «Украиночка». Эльвира Гаврилова – талантливый украинский дизайнер, редактор журнала «Деньги Плюс» и основатель медиа-холдинга «Connect Plus». Завтрак в платьях – это девичник с массой полезной информации, мастер-классами и фотосессиями. На завтраке в платьях всегда можно полноценно отдохнуть, встретить множество именитых и успешных людей и благодаря нетворкингу увеличить круг полезных знакомств. Каждая дама может получить удовольствие от превосходной кухни ресторана «Риф», насладиться культурной программой и получить ценные презенты от партнеров популярного проекта. Завтрак в платьях проходит ежемесячно. Следите за анонсами, чтобы не пропустить очередной грандиозный девичник для успешных женщин.